К другим темам. Назначен новый заместитель главы города по социальной политике. Место Натальи Князевой, которая написала заявление по собственному желанию, заняла Юлия Ломова. Юлия Анатольевна родилась в 1982 году, имеет высшее образование. В 2005 году закончила Пермский государственный институт искусства и культуры. До этого исполняла обязанности начальника отдела культуры Канска. Имеет достаточный стаж работы муниципальной службы для замещения руководящей должности в сфере управления. Замужем, воспитывает двое детей.